Что там с ним? Он вырос в Окленде, а родился... Короче так, он давно висит на канале DeadSec и вроде надежный. Вот я и решила его потестить. На максимальной сложности, я бы сказал. Удалить свой профиль CTOS почти невозможно. Хочу понять, он умный, упрямый или псих. CTOS, он помечен как подозреваемый в деле о кибервзломе. Он сидел? Общественные работы. Не было улик. Сработали предиктивные алгоритмы CTOS. Но если ты в системе... То уже насовсем. Такого я не ожидал! Охренеть! Он это серьезно? Времени нет, запаска скоро врубится. Собрался в этот ад? Там внутри минимум градусов 120. А он не прост. Идет до конца.
он в системе? Продвинулся дальше всех. Это как найти коровий уровень. Почему такой уровень угрозы?
полная херня. Или можно... Оставлю тут лазейку, чтобы потом вернуться, если что. Сори, Блюм, у нас еще остались кое-какие дела. Выходит. Покой. Ага. Итан без сознания. К нам кто-то влез. Перекройте выходы и ищите. Thank you.
на поиски, живо! В 2013-м в Чикаго удалось внедрить CTOS, охватывающую весь город систему, призванную обеспечить безопасность и оптимизировать работу городской инфраструктуры. При помощи пары сотен строк кода хакеры загрузили вирус в центральные серверы и парализовали систему. Многие считали, что развитие умных городов на этом закончится. Напрасно. При поддержке специалистов Кремниевой долины на территории США появилась новая система CTOS 2.0. К единой сети подключено более 6 миллиардов устройств, собирающих информацию о нашей жизни и призванных сделать ее проще и безопаснее. Сеть проникает повсюду. Но что это значит? От большого брата теперь не скрыться. Тысячи глаз следят за вами и создают подробное цифровое досье, которое можно купить, продать или даже украсть. Игрушки собирают данные об увлечениях детей и отправляют производителям. Умная бытовая техника предоставляет корпорациям доступ к вашим личным тайнам. В любой момент кто-то может перехватить контроль над вашим автомобилем или смартфоном. Вам кажется, что на вас это никак... Ну? Я с вами? Да, ты в Дедсек. Я Ситара. А этот зайчик Джош, он же Соулс Чили. Ю, так это был ты? Чел, с общагой круто. Профи. Спасибо. Этот псих Рэнч. Нужды большинства. А этот Казанова Гораций. Привет, брат. Привет, чел. Это все, да? Долго же вы меня искали, блин. Вы сами видели, Блюм. CTOS — это не просто управление инфраструктурой. Они насобирали такое количество личных данных, это просто отвал башки. Да. Большой брат и маленький брат буквально два в одном. А? Она все видит и стучит на тебя. Спасибо, Джош. И что нам делать? Кувалды и огонь. Нет, горящие кувалды. Ой, разлил.
Столько данных в одном месте. Ты еще заявление не подал, а тебя уже отфутболили. Поздравляем, вам было досрочно отказано в кредитной карточке. В суде на дом, в страховке, черт. И это еще не худший сценарий. Все эти данные у правительства. Арестуют тебя, мама сказать не успеешь. Так все и было. И я понял, почему. Знаете что? Нахер! Задолбало! Мы хакеры! Мы умнее, мы наглее! Разрушим эту сраную стену! Покажем всем, что такое Блюм! Покажем всему миру, что нас лишают свободы при помощи наших же личных данных! Блин! Я оставил бэкдор, так что войдем без проблем. Постой. Чего? Он оставил бэкдор, так что для нас дверь открыта. Точно. Привет. Время есть? Ну да. Сейчас, сейчас. Что-то поздновато для пробежки, что копы догоняют. Или я коп. Эй, а я тебя знаю. Тусуйся. Попингуй недоделанный. Сраный Блюм. А я пойду и буду тусоваться.